Всем привет, с вами Трейдер, и я уже успел чего-то здесь натворить такое, что меня стали пулемет стрелять. Сюда. О боже. А зачем мне это? Так, да? Ау. Что за... О, не-не-не-не-не. Ненавижу этого облака. Человека. Он никак не тянет на факел из фантастической четверки. Им что в прошлый раз не поладили. Ведь он не убил. Так, знаешь что? Ты меня бесишь. И сюда. А, он уже умер. Отлично. Тут что-нибудь есть? Птичка. А кто это орёт? А да? I'm so sorry. А тут еще кто-то. Оу, oh, е. Yeah. Из-под тяжка, да? Как настоящий мужик. С этого еще кто-то. Очень мне нравится численность в этой игре. На Xbox как-то плавнее, что ли. А тут мышка просто как бешеная дергается. А, ну ладно. Какие растяпы, монетки теряют. Окей, стоп. А, это стол под двери. Я думаю, это какая-нибудь мусорка, в которой обычно что-то есть. Она враг? Ты враг? Вражина ты мне? Или брат мой? Понятно. Я извиваюсь, а... Так, у него ничего нет. У него монеты. Банан? Этого парня где-то был банан спрятан.
Не, вообще-то я включу. О. Блин. Чего я взял? О, патроны. Все вроде бы, да? А, ну еще выпить можно. Я помню, что здесь что-то должно быть. Или должно быть. Почему это место мне очень сильно запомнилось, но чем? А, вот этим. Потому что я не понимаю, что это. Психопат. Собрание сектантов. А вот у него способность, которая у меня будет, если я его убью. Вернее, я его убью и получу эту способность. Ну, я в него все это люблю, потому что это бесполезно, поэтому... Мы не злые сектанты, мы всего лишь миссионеры, да? О, нет, они все по одному подходят. А это сзади подружка. Я ничего. Это вообще обыскать нельзя. Там у него груши где-то спрятаны. Да блин. Начал от меня убежать. Ах, вот хрен. Пошел. Блин. Кофе? Как я это сделал, не знаю, да? О! Так, что это? Очень силы солей. Перещит. Довольно-таки большое количество щитов она мне прибавила. Это был сарказм. Я больше ничего тут нет. Да есть. Мне кажется, все-таки здесь что-то. Черту. Итак, здесь у нас босс. А, нет, он дальше. Нас решили обмануть. Или это я всех хотел обмануть? Ничего интересного. Стоп, нет.
Он подождает секретная комната. Нет, не здесь. А, так, черт у вас. Пуш. Чпаник. А где есть кнопка вниз? Ничего особенного. Эй, бери по столу. Даже так весело. Такая музыка. Можно смотреть на это вечно. А ведь она из игры Брейд. И вообще это произведение, оно очень знаменитое. Чтоб я помню. Так. А вот и тайная комната. Хотя не такая уж на Италии. Так. А я чудо. Что-то было, собственно. Нет, не это. А что я подобрал? Ой. What exactly? О. Нет, не задание. Was the great emancipator emancipating the Negro from? А, ну, from his daily bread. From the какая-то способность моя. From wealthy patrons who sponsored them from cradle to grave. From clothing and shelter. And what have they done with their freedom? Why, go to Finkton and you shall find out. No animal is born free, except the white man. And it is our burden to care for the rest of creation. Вот это место по-моему. Я бы без этих трюков побеждал. Он довольно-таки легкий. О, и это все? Я жду, по-моему, легкую игру. А, собственно, символика моего канала.
Оля, что там? Там что-то было. А. Забыл на них посмотреть. Monument Island from that station. И куда? Стоп, а где? Что-то я не помню. Какой момент заключен? Мисс, can you recall his hair color? Ой. Как-то в прошлый раз я помню, что они вообще не заметили, я прошел много раз туда-сюда обратно. Они, по-моему, мой портрет рисовали, да? Не, навряд ли. Я точно так не выгляжу. Стоп, я же ее не убил. А, я понял. Я загадал это преступление. Она бежала, оттолкнулась, ударилась об стул. Так и зависла. Так, ну, вроде. Куда я летел? Так, знаете, я все-таки проверил то здание с сундуком, вдруг у меня уже есть ключ.
Поэтому, наверное, либо вы это пропустили, либо перемотали. Итак, я пришел, наконец-то, обратно к этому сундуку. Сейчас мы узнаем, есть ли ключ у меня или нет. И... да. Короче, этот ключ был у сектантов. Когда мы били сектантов, когда... сектант с воронами сидел или стоял, я уже не помню. В общем, стоял на сцене, что-то говорил остальным. Где-то на этой сцене был ключ, я, видимо, его взял. Но сейчас обратно полетели. Что там еще до сих пор живут? А, блин. Давайте посмотрим фильм. Это будет не надо. Дорога. А, понятно. Хоть другие звонились. Угу.
Ага. Спода мной. Да. В сумках ананасы держит. Стоп. Я же только что видел. Ну. Все то же самое. Да, везде все то же самое. Вот опять. А, это пробил. Нет. Я могу выбрать путь. Я сюда. Смотрите, я могу зацепиться. Когда я хотел залутать его, да? Он уже улетел. Вау, чувак, как я сейчас залутился. А. О-хо-хо. Что ж надо раз прокачать? Ну просто жизнь не так важна. Как он вообще летит? Выбуханным. Лопаю. Уху! Прикольно. Фантастик. А, шикарно. Ну, короче, попал. Ух ты. А, блин, я думаю, он попал. Он просто подкнулся. Ой, я попал. Ну куда он побежал? А, Аня, слушай меня. Лимончики, хав, лимончики, бананчики. Ну что, делать нам больше ничего. Лут, лут. Вот.
я немного не понимаю. Тут еще труп в кустах летит. Нет, это не он. Значит, где-то в кустах. Что-то я не понимаю. О! Оу! А где второй? Что еще и третий? Второй труп исчез. Это появился третий. А может это второй? Мне кажется, здесь должно быть что-то. Что-нибудь интересное. Ведь по сути мы должны были проглядеть. А вот что это? Я не успел прочесть. Да и ладно. Вроде это пассивные навыки. Окей. Можно немножко сократить путь. Я еще тот псих. Стоп, что? Здрасте. А что вы делаете? О, великий Вашингтон. Конечно. Самое интересное, им пофиг на меня. Я тот избранный, который дернет этот рычаг. Эй, я не ложник. Я случайно попал. А ты меня вроде бы крестил или что-то типа это. Not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood is yours. Booker. You know why these men will die? Because I've seen their future in their glory. And hence they are content. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt. This will end in blood. It always does it on you, doesn't it? It always ends in blood. Jesus. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sodom from which you came! Пистолет украл. Хотя мне уже были такой патроны. Видимо, я железо собираю. Так. Да блин, летающая платформа. Идем уже. Ну куда я стреляю? Короче, знаете что? На.
അതൊക്കെ അത് А, он уже сдох. Хрен он. А, я понял, куда тут труп делся. Они же сгорают, типа. Не, мне не нравится это. А, что? Нет! Я никого не видел. Хотя ладно. It's okay. I'm not gonna hurt you. Да и вообще пофиг. Okay. You sure I can get this thing going? The Lord forgives everything. But I'm just a prophet, so I don't have to. Yeah. Amen. Amen. Что ты с этим делаешь? Jesus! Ой. I'm out of here. Вообще, по сути, это корабль, да? Эй, это была девушка. Антон. Неудача. Что за место? А, мне сюда и надо. Стоп, а... Да, ладно, пофиг. Мне до сих пор нет нужной суммы. Да ладно, тут ничего нет. Может быть, какой-нибудь пачки денег. С очень кругленькой суммой. Вообще, в данный момент я болею. Или я вполне нормально. Я каждый день болею чем-то. Херней. Простудой. Херней. Например, зачем я сейчас сделаю два круга и бегаю туда-сюда. Я до сих пор болею херней. Чё-то я не помню. Чё-то я не помню. Ну, закрыто и... А открыть нет? А у меня точно сюда? А куда еще, блин? Может, что-то прострелить надо? Тугодум, блин. Какая девушка. Но я иду более прекрасной. What's this?
отдыхаем. Вот. Просто вдруг я думаю, что это значило. А если мне нравятся три варианта? Тринадцать, одиннадцать, четыре. Что, я просто так нужно сделать? Я это уже проходил, почему я над этим туплю? Да. Я с вами был Трайтер, это была минутка тупизма. Простите. Как вам можно? Делали. Они делают. И тут нет, что мне что-то делали сейчас. Извращенцы. Это типа кинца, который можно посмотреть. Итак. Очень информативно. Но этот персонаж сам стал. Видимо, это и так понятно, что... Очень-очень информативно. Даже искусственный интеллект не выдерживает, на самом деле. Алло? О, ничего себе. Это просто... Щиты, конечно же. Я пока не увижу Элизу, будет не закончить серию. Привет.
Не понял, она парень взял с фотографией. Ну ладненько. Я доволен. Я посмотрю на Элизабет. Наверное, я на этом закончу. Может, я сразу запишу следующую. А может, нет. Всем пока.